В данном случае у нас есть спортивное и традиционное карате. Это не то, что что-то лучше, что-то хуже. Это просто чуть-чуть разные вещи, вот и все. Если конкретная цель спортивного карате, ну, вот у нее есть цель, как бы сказать, да, вот гора, вершина, все, подняться как можно выше и встать на вершину, сказать, ты лучший. Это здорово, это прекрасно. И он сильный, сильный, мощный, все хорошо, все здорово. Но лично, вот, по крайней мере, вот, я считаю, что традиционный карате, в данном случае меня, не существует именно вот этой вершины, которую должен забраться, а существует именно дорога, которую я поднимаюсь. То есть, образно говоря, это, скорее всего, поднимаясь в гору, в которой знаю, что там просто нет вершин реально. И для меня это именно дорога, которую я поднимаюсь наверх. То есть, ну, там меня не ждет ничего наверху, просто реально, ничего нету. Вот, но вот этот сам по себе труд и вот этот подъем наверх для меня вот ценен, по крайней мере. Да? Отсюда, естественно, и получается, что мы совершенствуемся, человек совершенствуется благодаря вот этой вот дороге, скорее всего, наверное, так. We'll be right back.